Наедине с природой. Новый Уренгой стартовал 31-й туристический слет учащихся образовательных учреждений. Его цель – популяризация здорового образа жизни, формирование у подростков навыков выживания в экстремальных условиях, повышение туристского мастерства. О том, какие испытания для участников подготовили организаторы, расскажет Виктор Курмачев. 31-й городской туристический слет, зачет 30-й спартакиады школьников объявляется открытым! Вот уже в который раз осенний лес принимает гостей. Ставятся палатки, разжигаются костры и начинается серьезная подготовка к трехдневным интенсивным спортивным мероприятиям. На повестке дня велосипедный туризм и спортивное ориентирование на местность. Здесь нужно работать по карте. На карте отмечены там определенным знаком, кружочком контрольные пункты. Вот их нужно найти именно по карте, двигаясь. Счастливые часов не наблюдают, а вот туристам следить за временем необходимо. 40 минут дается на поиск контрольных пунктов. Если участник не укладывается во временные рамки, назначаются штрафные баллы. Поэтому основные критерии победы – это скорость, ловкость и внимательность. При нахождении желанного КП необходимо нанести его на карту путем механического воздействия мускульной силы руки на дырокол. Много нашел? Да. Ты, ну, считай, 4 штуки. Ну, самые дальние, которые были. И вот 5-й вот тут. Немного передохнув и подкрепившись, команды туристов-школьников оседлали велосипеды и отправились пересекать пересеченную кочками и лужами местность. Этот процесс носит гордое название «велосипедный туризм». Велосипедный туризм заключается в прохождении полосы препятствий, если вот так можно сказать. Здесь всякие бревна лежат на земле, качели делаются, ямы вырываются. И вот участник за определенное время должен преодолеть дистанцию. То есть, чем времени он меньше потратит на дистанцию, тем будет у него место выше. День тяжелых физических нагрузок, подмоченный испорченной погодой, завершился приятной усталостью. Впереди у ребят конкурс художественной самодеятельности и полоса препятствий, с которой начнется четверг. Сегодняшний план туристических мероприятий выполнен. Виктор Курмачев, Антон Берестянский, Феликс Расихин, служба новостей «Импульс».